эколого-краеведческая экспедиция 2015 начала свою работу в поселке Лебяжье. Ее участники – 30 школьников Ломоносовского района. Организаторы – Комитет по природным ресурсам правительства Ленинградской области, Ленинградский государственный университет имени Пушкина, районный центр детского творчества. Юные исследователи осваивают приемы определения состава воздуха на предмет наличия загрязняющих веществ и качества воды, содержание в ней нитратов, хрома, железа и кислотно-щелочной баланс pH. Посмотрите, мы снимаем эту трубочку, мы видим, что цвет фильтра поменялся. У нас вот здесь есть шкала. Видите, внутри мы к этой шкале прикладываем, значит, и смотрим, сколько у нас вредных веществ. В программе экспедиции навыки пешеходного туризма, умение преодолевать препятствия и, конечно же, знакомство с историей своей малой родины. Географическая наука – это комплексная наука, которая позволяет охватить исследование ландшафта, территории, изучать историю, краеведение, ну и привять любовь детям к экологии, к исследованию родного края. Итоги работы этой и аналогичных экспедиций в Кингисеппском и Выборгском районах Ленинградской области будут опубликованы в сборнике научных трудов Ленинградского государственного университета имени Александра Сергеевича Пушкина.